Сатик опять вкуснятинами занимается-то. Беляши. Ты беляши делаешь, что ли? Какие крутые беляши у тебя. Это что за такие беляши? Ну-ка, посмотрим. О, ребрышки, ребра. Ну-ка, что ты делаешь-то вкусное, расскажи. Обжарим сперва мясо, потом добавим лук, обжарим с овощами, все. В общем, рагу. Точно. Да, рагу с ребрышками. Какие классные вещи здесь, ну смотрите. Лоби, помидор, баклажан, картошка, чесночок, лучок. Тут, наверное, все твои. Ага. Перец черный, перец красный. Это, наверное, зелень какая-то, не знаю. Соль и сахар. Гляньте. И уже начал жарку. Я обожаю вот такие вот это. Да. Все в одной кастрюле. Обожаю. Все такое. Это, да. Шикарно, вкусно. Я. Сейчас поджарится и начнем. Сегодня у нас 20 градусов. Тепла. Да, не морозы, жить в этом плакане. Ну что, как там? Шикарно. Поджарка идет полным ходом. Запах такой карамельный прям, да, скажи? Ну. Карамельный запашок. Обожаю этот запах жареных ребрышек. Это что-то с чем-то. Ну, как будто маринад, что ли, замаринованный. Такой запах. Лучок. Лучок. Чеснок, чеснок пошел. Обжариваем. Сделаем, да, Дядь? Давай, давай. Ого, как шикарно выглядит, Диана. Бомба, бомба. Сейчас душа радует. Душа точно радуется этому делу. Томаты. Последние итальянские томаты. Итальянские да. Еще? Да. Да ты что? Ну, в Франции куплены итальянские. Диана, ну уже месяц дома, а томаты... Они, смотри, какие мощные, да? Ну, я их очень, очень нежно держала. Каждый завернула отдельно. А как, я думаю, что они такие шикарные прямо. И одной этот, масти. Масти, да, хотел сказать. И одного цвета красненький. Одного цвета красненький, говорит, солнечный. Так, теперь что идет? Фасоль джан. Лоби джан. Лоби, да. Лоби. Раньше много лоби ели. Как бабуля говорила, надо кушать много лоби. Не каждый день мясо говорит. Да. Твои небесные. Не говори. Клим похудел, бедный, столько лоби кушал. Стал как лоби. Она сказала, бабуля, не каждый день мясо. Да, правильно. Ну, правильно, умный человек был. Ну, лоби, надо кушать лоби. Лоби, лоби. Угу. Смотрите, какая прелесть. Добавил и лоби, это и это помидор. Шикарно. И это вообще какой разве кайф. Разве это не бомба? Да. Баклажанчики пошли, роднулечки мои. Обожаем баклажаны. Вот. Кажется, у нас кастрюля маленькая. Клим, потому что ты всегда такую большую порцию делаешь, как будто конец света. Ну, Гляньте. Михалыч придет. Ну да, ну посмотрите, сколько картошки еще. Вот смотрите. Мой. У моего мужа вечный голод. Говорила, 4 штуки хватит. Нет, 8. Сейчас сколько? 4, они вот такие были.
Нет, по ну не килограмм, так. Да, вот такие, вот неправда, неправда. Смотрите. Водички? Прям наливай этой водички, конечно. С этой водички наливай. О, молода. Все. Молода, молодец. 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 Сейчас посолит, поперчит. Бермли, да? Опять говоришь по-иностранному. Хатун бермли, да? Чего это он сказал? Хатун жена, я поняла. Соображает, понимает уже. Дело пошло: соль, перец, сахар. Нет, соль, перец и другой перец. Пассерованные томаты. Пассерованные, то есть... Прям наливай, наливай, не стесняйся. Не стесняюсь вообще-то. Не стесняйся. Стеснительные. Пойду воды принесу. Сахар насыпали. Тоже. Сейчас отнесет все, что не надо. Принесет то, что надо. Остатки клянусь. Как еще раз? Ну давай еще. Сполосните. Так, наливаю сверху. Да. Чтобы она все... Много не надо, Диан. Хватит, хватит, хватит. Хватит, да? Да. Если что, добавим еще. Окей. И сейчас через 20 минут все будет готово. Будем кушать с белым хлебом и кайфоваться. Посолили, поперчили, посолодили. Теперь немножко размешаем. Зелень в конце бросим свежую. Там уже есть немножко. Ой, здесь сухой зелени. Шатик. А? Здесь целый батальон можно накормить. Ну, кто бы сомневался, так как ты готовишь казанами. Вот такое надо сделать, когда наши Дианочки приедут. Обязательно. Сногсшибательный. Шикардосно, шатик. Да. Не знаю. Ждемся 20 минут, потом хрумс-хрумс сделаем с белым хлебом. Закрываем крышку. Закрываем и ждем. Нежно сидя у моря. Так, немножко хуя, пускай закипит. Пускай закипит, да. Пойдем ждать, Диан. Ты так, что ли, будешь сидеть? Коленка болит, Диан. Сейчас приду, поцелую твои коленки, сразу перестанет. Врачику заставлю. Что заставишь врачиху целовать? Колдовать. А вдруг старая? Я скажу, колдуй целовать. А вдруг старая? Старая врачиха? Сразу полицию вызовет. Тюрьму сразу. А вдруг старая врачиха? Ладно, еще молодая. А если старая? Как я же не знаю, какая там. Ну, первый раз иду. Первый раз идешь, точно. Представляешь, придешь заставлять врачиху коленки целовать, а там старая корга сидит. Еще, может, старый корганет и все пройдет. Не говори. Быстро ко мне, быстро, быстро. Быстро. Джабатино. Такой вкусные вещи, смотри здесь. Такой шикардосный получился у меня. Да ты че? Да, потираешь, потираешь. Яночка, вот это кайф. Это действительно сказка. А можно один раз черпаком чуть-чуть там поиграться? Поиграться? Да, хотите, чтобы мне поигралось? Да, давайте. Пожалуйста. Могу даже двумя черпаками работать. Какая прелесть. А фасоль как шикарно смотрится. Даже цвет не поменяла. Ох, все целенькое. Обожаю. А хочешь ты попробовать? Ну давай мне чуть-чуть, я попробую. Тебе бульончик? Мне бульончик просто, да. Сейчас. Какая прелесть. Пробу снимай. Чет божественно. Божественно. Божественный? Божественно. А я картошку попробую. Бульончик. Вах. Бульончик такой остренький, такой приятный. Аж горло пошло тепло. Я один половинка катушки. Как раз сейчас самый раз такой вот с компотиком. Перелись, да? Михалыч только картошку кушает. Не говори ему картошку. Ну, мы ему разжуем, Джан, это мясо, разжуем. Кто будет жевать, ты или я? Я, конечно. Ты? Я же его дочь. Да, да. Ему не нужно твое ДНК.
ДНК, то есть. Не надо. Не в общем, бог. Давай неси тарелки, выключай уже шапчик. Надо зеленку немножко нарезать сейчас и побросать. Тарелки несем и просто кушаем от души. А потом Михалыч, когда приедут, им тоже нальем. Здесь да? Будем кушать? Да, или там за столом. Ну, возьму. Давай здесь, давай. Чемодан. Иду за тарелкой. Чемодан, сумку. Идем за урожаем огурцов. Супчик готов. Томатный же, надо что-нибудь зелененькое. Там у нас один так висит хорошо. Огурчик. Один, что ли, всего лишь? А кто остальные съел? Остальные еще поспевают, Джан, всего никак один. Никак не поспеют. Ну, Джан, погода такая. Да, уже все. Ладно. Режем. И хватит нам, Джан. Хватит один. Да. Хватит. Пошли. Бери шинель, пошли домой. Там наверху есть еще один. Смотри. Или он маленький. И пускай подрастет. Хорошо, а пускай подрастет. Давай я вот этот отрежу. Да, отрежь. Помидоры уже ты сегодня собрал все дома. Да. Помидоры уже собраны. Угу. На следующий год опять столько помидоров будет. Да. Попадали. Они столько падают. Наши помидоры столько падают вообще. Все в цвету. Цветет все. Майское раздолье. Тян, нам хватит с тобой один огурчик, господи. Зелень я уже настрогала. Ой, мои же вы красавицы. Люблю вас. Прям обожаю. Слова их нет. Нежности мои. Ненаглядные. Тоже мои доченьки, девочки. Я здесь все люблю, как своих доченек. Смотрите, как. Я уже хлебушек нарезала. Посмотрите, какая у нас прекрасная чабата. Вся еще та же. Мы же заморозили. Я еще раз испекла. Давай, Шати, разливай. А есть ножик или побежать за ножиком? Для огурчика нету? Я принесу, Дин. Пускай будет. Ты разливай как раз немножко. Это. А, сначала зеленку. Зеленку сначала. У меня аж прям полный рот слюни. Лен, все не буду делать. Не-не, все не делай, остальное себе в тарелку, кто захочет, переложить. Сейчас похлебаем немножко. Завтрак мой будет. Так. Ребро надо сперва достать одно. Давай. Картофанчик достанем один. Потом баклажанчик. Каждого по одному, да? Потом что еще? Не обделили бы себя любимых. Как это так можно себя обделить? Чуть-чуть. Бульончика мне тоже, Шатчик. Давайте. Давай, пробуй. Честно заработанный твой труд. Честно заработанный труд. Давай. Кушаешь подобный в каком ресторане? Я вам верю. Верю. У нас даже сыра нету, Джан. Соленого. Надо сыр поехать купить. На обратном пути заедь в Лидл, возьми. А, сыр, Джан. Сейчас поедем к доктору. Хороший, да, Джан? Супер, ну шикарно. Михалыч обрадуется. Едке. Едке, сорок победки, давай тогда. Ну шикарно. Угу.